международный инструмент. Много жира, много мяса. Остальное чешуя. Молодец. А как зовут вас? Никита. Никита, а фамилия? Анагуричи. Анагуричи Никита? Да. Ага, значит, настоящий ненец. Да вот тебе, Настасья, я мешочек подарю, чтоб на дым не забывала. А я и то я заливу. Спасибо. Вот это да. Пойди еще на гармошке играете. Да так, я иногда балуюсь за печкой. А ну-ка дайте, подождите. А давай, Сереж, погоди, принеси это, нашу отцовскую. Бегу. Давай, давай. Гармонь, Геннадий Заволокина гармонь. Вон, а вы что скажите? Ей-богу, она. Нашли. Она у нас всегда в работе, а вот на ненец ни разу на ней не играл. Ну ничего, попробуем. Прям получится. Ну, а вы русское играете или свою ненецкое можете? Свою ненецкую, конечно, русскую как-то. Песни или наигрыш? Знаете, ну, наигрыши. Ну, просим, просим Никиту сыграть. Ой, ну-ка, ся. Играть так играть. Играть так играть. А захочете мелодии? Гости нас прохайте! А что это за инструмент? Indian harmonium. Это индийская гармонь. Индийская гармонь? Да. В Финляндии знают индийскую гармонь. Здесь, в Праге, такая встреча. Русский гармонист, аргентинский гармонист. Раша гармонист, аргентинский. Гармонь границ не признает. Не признает гармонию. Музыканты
всего мира всегда найдут общий язык. Вот она. С Чехией проездом аргентинский гармонизм. А мы вас слушаем. Хорошее дело! Да-да! Одной из любимых телезрителями рубрик считается рубрика «Растудыть твою в канитель». То, что остается за кадром, почему-то всегда интересно. Что-то пошло не так на съемках, не получается сыграть. Кто-то разозлился или забыл слова, раскуражился или набедокурил. Вот это-то самое-то и любопытное. Да растуды твою в канитель! Держи! Районе Красноярского края. Эй, по телевизору покажи. Я корову не буду. Юра, тут одержи. Тихо. Ой, она не хочет. Она смотреть не хочет. Тяни ей ладом! Сейчас автобус уходит! Ларисима! Ты что, сняли, да?
подними вверх! Думало весно мы. Вот бы начать им сначала от речки, от печки. Колоссально. Коголым, Коголым, всю Россию, Россию удивим, удивим. Нефть. Нефть. Нефть, олени и таланты, вертолеты, манси ханты. Всего на 16 слов. Это надо было выучить дома, а не сейчас учить. Аплодисменты. Коголым, Коголым, всю Россию удивим. Аплодисменты! Коголым, Коголым, всю Россию убедим. Нет олени и таланты, вертолеты, немцы! Немцы! Макси! Коголым, Коголым, всю Россию удивим. Нет олени и таланты. Коголым, Коголым, всю Россию удивил. Нет олени и таланты, вертолеты, мальчиканты. Нет олени и таланты, вертолеты, удивил. Сейчас все получится, все. Коголым, Коголым, всю Россию удивил. Нет олени и таланты, вертолеты, мальчиканты. Нет олени и таланты, вертолеты, мальчиканты.